Орловщина в двадцатке лучших по инвестиционной привлекательности в России. По итогам национального рейтинга агентства стратегических инициатив регион занял 13 место. Вадим Потомский поставил основную задачу – позиции улучшать. Об этом было отмечено и было сказано лично президентом страны Владимиром Путиным на экономическом форуме. Отдельно назвал в числе регионов, которые достаточно неплохо в этом направлении работать, в том числе и Орловскую область. Высокую оценку ставили сами предприниматели из 81 субъекта страны. В основе рейтинга 4 показателя. Так, в Орловской области время на регистрацию юридических лиц сокращено до 3 дней. Срок прохождения процедур по выдаче разрешений на строительство составил 130 дней. Сформирована дорожная карта. Деловой климат в области более чем положительный, отметили на инвестиционном совете. Но все же еще есть над чем работать. В рейтинге остаются еще достаточно низкими оценки по следующим показателям. Эффективность процедур регистрации предприятий, эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства. 2015 год 27 место, 2016 год 13 место, соответственно, плюс 14 мест. И я могу сказать, что это отличный результат для субъекта. Были, конечно, взлеты и по выше с точки зрения изменений позиций, там и плюс 30 позиций было, но это места, которые были совсем внизу. Орловская область вошла в пилотный проект экспортоориентированных компаний, и это тоже наше большое достижение. Мы попали в пятерку, то есть всего было отобрано 5 компаний по всей Российской Федерации. То есть эта программа называется «Инвестиционный лифт». Она позволяет экспортоориентированным компаниям расширить рынок сбыта и привлечь государственную и иные меры поддержки. Фуднет, развитие правильного питания, поиск дешевых и натуральных источников сырья, рост эффективности земледелия. Это новое направление аграрного бизнеса на Орловщине набирает обороты, отметил Дмитрий Бутусов. В генетике растениеводства и животноводства бизнесмены далеко шагнули вперед. Речь идет о селекционно-генетическом центре СГЦ Знаменский, речь идет о работе в рамках НИИ ЗБК нашего, НИИ зернобобовых. И, соответственно, разработках, которые сегодня в этой плоскости лежат. Налаженная точно работа администрации области с иностранными инвесторами. На новый уровень деловых отношений вышло правительство региона и компания Sanofi Aventis Восток. В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Орловской области и компания Sanofi подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение предусматривает реализацию в регионе широкого комплекса информационно-просветительских проектов и программ в сфере здравоохранения. Стратегически важные направления работы для развития области и поручения, данные губернатором Вадимом Потомским. В частности, касаются они продолжения строительства крупнейшего в ЦФО аквапарка. До 1 августа доложить мне, что проблему компании «Грин» по оформлению земельного участка больше нет. Это вам личное поручение. В законном порядке, в установленных процедурах выяснить, где застряли документы, и привести это все в соответствие. Проект стоит 4,5 миллиарда. В завершение инвестиционного совета грамотами и благодарностями губернатора наградили участников экспертной группы, которые всеми силами обеспечивают благоприятный инвестиционный климат в регионе. Сергей Сергеев, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».